сейчас я звук поубавлю, мальца. Как там, все видно и слышно? Так, да, привет, Таня. Посмотрим, вроде бы должно быть. Можно еще потише чуть-чуть. Пахайкевич. Утверждаем. Так, ну, понеслась. It looks like this goes all the way to the top. Can't trust anyone, least of all the police, and time's running out. I've got to get the one piece of evidence that will expose Starkweather without a shadow of a doubt. Footage and testimony of a man who was executed by the state 5 hours ago. James Earl Cash. Found guilty and sentenced to death. Has been on death row for the past 3 years, and was executed last night. Так визуально дико GTA-шка отдает, ну так с Rockstar'ом все-таки связан движок, видимо, от третьей GTA усовершенствованный. А, пика не тянул даже так. Видимо, я с ней позже познакомился, чем ты мог, потому что к тому времени уже и Half-A вторая тянула. Why'd I get talked into this shit? Так, ну вот, мы можем тут, главная фишка, казнить противников в стелсе. Чем дольше держишь кнопку, тем жестче казнь будет. Все такое. Да, реалити шоу. На Дом 2 надо такое запустить. Please, God, let him come my way. I gotta get a kill. Какому-нибудь должанскому хорошему стучал пару раз. I'll be frank with you. We set that jump up to see if you had what it takes to be our leading man. A little audition, if you will. Там можно по темным углам, чтоб тебя не заметили. Так далее. So, here I am again, standing behind my regular trick.
Вот, я пока тестил игру, у меня именно с этим противником была какая-то проблема. Этот идиот бежал тупо в стенку. Пришлось с ним драться в рукопашку, а я чуть не ебнул. Посмотрим, как он сейчас отреагирует. Ну, вот примерно так же. Ну, вроде развернулся. Finish him! Way to go! You're getting the hang of this. Ну да, он на все эти банальные какие-то фигни сразу похож. На скинхеда, блядь, и на грузчика, и на просто там какой-нибудь алкаш-ассасин. В кино тут, кстати, еще будут попозже. Пока просто гопники какие-то. Считай, что тихо. Рукопашка тут практически бесполезна, потому что битва с одним противником уже довольно опасная штука, а если на тебя нападут двое, то тебе пизда это 100%. Там либо убегать, либо огребать, как говорится. Тупая серия, короче. Тут максимум можно нести 3 удара подряд. Есть еще, конечно, вот такой заряженный удар, он чуть-чуть больше жизни отнимает. Вот. Блок он ставит автоматически, если ни на что не нажимать. Вот он меня, блядь, боится. Где ты тут? Come on, guys, let's skin this shit sack. You don't have to do this, man. Give me some help down. По печени. Тут не открытый мир, тут по уровням прохожу. Блять. Нас раскрыли, съебывают. Gotta stop smoking. Надо бросать курить. Так. Чё ты боишься пониже? Прикс, give me the slip. Ой, ёп. Ну не надо, ну не стукай. Не надо, ну не стукай. Get too over this shit. Ice that jump. You can't hide all night. We're gonna find you. You're gonna turn the slash world on its head. Just take your time, Cash. I see if you would. Да, вырезал ты их на хелм. Sorry, I should explain. Each gang. As their, let's just call it, their thing. These guys call themselves the Hoods, but none of that should bother you. As far as you're concerned, they're meat. Okay, on you go. Так,
Так. I'm over here someplace. Бам. Хочу сказать по поводу еще более сложного уровня сложности тавтология, да. Она походу отличается только тем, что у тебя нету радара вот этого, который показывает противников. Can't see none here. Take him. Трупы, в принципе, можно прятать, но я не вижу в этом особого смысла. Так, по-моему, за помойкой валяется какое-то оружие. А, нет, тут здоровец. Ну ладно. Надо что-нибудь найти, а то мне убивать уже нечего. Так, вон там этот хипарь ходит. Оружие тратится только вот это вот зеленое начальное, оно как бы идет одноразовое. Тут три градации оружия. Зеленое, желтое и красное. Собственно, слабое, одноразовое, посильнее и мощное самое. Огнестрел тоже делится на синий и красный. Там, например, пистолет будет в синем отделе. Дробовик там или винтовка будет в красном. Судная ночь. Ну, не знаю насчет этого. Но она еще и пилой чем-то отдает. Но игра так-то. Есть даже специальный жанр фильмов такой, типа снаф называется. Но вот игра под него стерилизована больше. Так, что-то я не могу оружие обнаружить, нихера. Может, тут где-то есть стекло, которое можно разбить и получить осколок. Да, есть тут еще на четвертую кнопку предмет, но это отвлекающий. Там типа кирпич, банка какая-нибудь, бутылка. Оно служит только для отвлечения противников. Правда, во второй части сделали так, что им, по-моему, убивать можно стало. Но тут они как чисто отвлекающий маневр работают. Так, оружие больше нигде не вижу. Придется бить ему по роже. Тут еще есть рейтинг по прохождению уровня, там всего можно, по-моему, 5 звезд за уровень получить, там засчитывается время, за которое ты прошел, способ убийства, там все в этом же духе. За определенное количество звездочек можно открыть 4 бонусных уровня, я не уверен, что я их открою. Они, в принципе, ничем особо не выделяются, тупо арены. Со старыми уровнями, только там с другими условиями. Там, например, на той же баскетбольной площадке на тебя бесконечно кидают там мудаков, ты должен там продержаться какой-то, типа сурвайвала там.
Я бы угорал, если бы Невский по Манхэнту бы снял фильм. Свел губы там, вспорол кому-нибудь живот. Так, их тут, по-моему, больше, чем один, поэтому надо. А, да, уровни можно перепроходить. Вторая часть, конечно, понравилась тем, что там побольше поработали с планами казни. Там не только оружием найдено, можно окружением казнить, там еще чем-нибудь. Ну вот. Но там они лоханулись, мне кажется, с сюжетом, потому что они пытались какую-то труп психологическую историю там намутить, но, блядь, мне кажется, для этой игры вообще сюжет не нужен. Как для шутанов каких-нибудь. Ну, она там 2 года, да, ее не выпускали. Так, мне что, труп надо, что ли, показать? Попробуем. Иди-ка сюда. Да, в натуре грузчик. Где-то тут, наверное, еще все-таки один мудил уходит. Как бы мне на него не напороться случайно. А, вон он. Лучше, так сказать, сагрить, чтобы хоть видно было, где он там уходит. Before I find you, freak ass. Cut him up. Oh yeah, that's the stuff. Так, ну первый уровень мы вроде прошли. Да. 2 звезды всего. Бонус за время я не получил, потому что 16 минут целых потратил с непривычки. Но охотников 6. Так, окей. Сохраненная игра. Да, перезапишем. You're doing fine, Cash. Just fine. We're getting some great material here. Keep going. Есть такие, которые... I got him! He's mine! Oh yeah, he's mine! I swear it's over here!
here! Жопи брила, блин. Но они дико привязаны к своим местам и боятся некоторые довольно далеко отходить, поэтому их надо успевать добивать, прежде чем они там съебутся обратно к себе. Самый проблемный, наверное, из противников. Да, тут еще вот зависит от материала, по которому ты ходишь. Тут можно вот так вот красться, чтобы не издавать лишнего шума. Потому что, бродя по некоторым поверхностям, отдает эхом. Так, вот очередной хулиган. Да, вот нам показывают, что из разбитого окна можно получить осколок как оружие. Да, нужно найти кое-какое оружие, чтобы пройти дальше. Да-да-да. Рарная вещь вообще очень. В угоду балансу, видимо. Так. О, один вышел покурить. Так, у него бита бейсбольная. Это уже красное оружие. Сейчас попробую ко мне заманить. I don't blame you hiding, because we're gonna stick you good. Come on, stay sharp. Так, супер. У нас теперь бейсбольная бита есть. Сейчас будем раздавать тут тумаки. Так. Поблизости больше никого, то проблемы начнутся. Сейчас ему печал. А по поводу, пока я в тени, они меня, ну, если прижмутся, то да, они меня заметят. Так они вообще даже в упор практически не замечают. Как бы объяснить. Если они при каком-то очень таком специфическом состоянии, когда там уже они за тобой бегают, ну, не знаю, ну, пару минут, наверное, они могут спокойно ходить через тени. Обычно они в тени не заходят сами, но иногда такое случается, когда они очень такие нагренные. Вот, и тогда они тебя могут запалить. Во второй части это чуть-чуть поправили, там сделали такую типа мини-игру, когда этот мудак всматривается там в этот, ой, как его, в тень, он тебя
Ну, начинается такая мини-игра, и если ты ее проебешь, то, блядь, он тебя из тени вытащит и начнет пиздюлей навешивать. Как-то так. Смотрится глупо, но хоть. Тень теперь не совсем безопасным местом является. Так, интересующее нас оружие где-то, по-моему, в этом здании. Давненько я в нее играл, уж далеко не все помню. Да, видимо, он тут. Сейчас он попытается нас наебать, но мы будем в тени. Я так думаю. А не, он там дальше нас попытается наебать. Ну он так вот делает. На. Мордасом. Так, все, меняем на ломик. Теперь у нас есть. Crowbar. That would be ideal for smashing a padlock, say. Да, и теперь мы можем замки срывать. По-моему, тут еще кто-то объявился. Да, вон, труп заметил. Oh, come man! I told you to watch this guy! Get! He's over there in the open! Блять, что я заметил? Like he's over there! Nah. Hey, watch the jacket! Они тут довольно бодрые, держат удары, блин, с чего угодно. Понабрали качков, блин. Так. Он, по-моему, прямо будет. Да, вон он ходит. Хандон. Сейчас я вам попробую лом в жопу запихать. Не знаю, получится, нет. Hide and seek is a girl's game. Probably find the bastard under a rock someplace. Damn! I must be hearing things. Тут жесткий прием, потом с серпом буду, там вообще пиздец. Так, ну тут сейчас, по-моему, что-то будет. Разборка питерская, поэтому лучше бит возьму. Две кнопки одновременно нажимаешь, и он делает захват. Забыл про этот прием. Видимо, потому что его... Ой! You, you так, сейчас, погодите, а то у меня... Согрелся на рабочий стол игра. Окно ебаное.
Ой, чувак, ты страшный. Сейчас меня выебешь. Да блин, да хватит, а. Да, в видеосалоне он просто, видимо, бот больше реагирует на основной канал, чем на видеосалон. Так, ну эпизод снят, окей. На этот раз аж 3 звезды получил. Так. Я не понимаю смысл пинать бачки, когда он от одного только прикосновения на километр начинает слышать. Так. Ну вот пример, он убежал в тени, и я спалил. Ты меня обидел, блядь. Так. Ну, лом пока оставлю, возможно, он мне пригодится. Так, сортир. Вон тут кто-то будет шляться. Да, он же по свисту слышит. Так, попробую на это еще сделать. Лому надо немного показнить. Не все показал. Сейчас кто-то выпрыгнет еще чего-то, да. Так, одну секундочку. This place is a freaking shithole. Просто удар. Where go? You're getting the hang of this. Да, лом я не зря не поменял, потому что вспомнил, что сейчас, по-моему, будет замочек.
какой-то уёбок. Leave something for me to chew on. Блядь, промазал, сука. That's right, run, you pig! Oh, boy, you got issues. Real tough. Чтоб тебя. Ой, меня сейчас выебут. На помощь. Чё, он потерял ко мне интерес, что ли? Да, вполне может быть. Ну вот он сейчас успокоился. Главное, дверью его не напугать. Ну, почти у него там, да. Почти на красное было здоровье. You're doing great, kid. Great A stuff. Find your way to the cellar door. Так, вот там впереди кирпичик валяется, собственно. Тот самый предмет для отвлекающих маневров. Сперва попробую их так согреть. Nothing here, just wind or something. Мысли нафиг. Ой, блять, у подруг еще поднялся. Так, сейчас попробую отманить. Okay, I got your number, whoever you are. Кирпичом. Давай поближе чуть-чуть. Do it. Could have been anything. I'm gonna smash your face in. You want a hand? Так, ну один. Нет, все-таки он сюда тоже идет. All clear! No running gimp here! Open your eyes! He's around here someplace! Ай-яй-яй. Где-то в том здании выседает.
Так, ну, аптечку нашли уже, хорошо. Ни в какой не выходит. Не знаю, есть смысл его вообще трогать. Подвал-то я уже могу пройти. Здорово, Грит. Поближе давай, не стесняйся. If he was here, he's gone now. Что-то он сказал, ты то ли би, то ли натурал, блядь. Ой, вот эту комнату я помню, по-моему, сейчас тут будет неприятно. То ли мудаки сверху начнут падать, то ли еще что. I got your back covered. Блин, ну you are using your eyes, все втроем могли бы сюда не приходить, блин, ни одного бы хватило. Сходка, блин, гопник. He's hiding like a pussy, a little scaredy cat. Тут сразу. God damn, I see the little shitbag. I see him, chicken. Блин, да, теперь я вспомнил, почему это место неприятное, потому что эти геи всегда втроем ходят, хера разделишь, блин. Так, ну вот вроде бы один остался более-менее. Сейчас надо его ебать. Вот так, чтобы он меня сейчас не увидел. Все, он успокоился. Прогулочка спокойная, ненавязчивая, да? Давай. Бум, по яйкам. Сейчас они увидят свою подругу убитую. Начнут тут шрудить. Ну быстрее, девчонки. We got a man down. Thank you.
обычно. Ну, хоть он сейчас один там останется. Довольно далеко. Видимо, его озаботило. Друг, наверное, хороший был. Все, успокоился. Ну, ждем, когда обратно пойдет тогда. Вот в этом-то вся и проблема с набором звезд в плане успеть по времени, потому что тут надо жестко прям по таймингу всего делать. Отсиживаться постоянно в темноте не получится, надо побыстрее бежать. Да, потом нахуй пошел за водкой. This ain't no way to spend an evening. Shit. I've had it with this. Так. Последний. Пше-пше. Идет. Все ему еще кирпич, блять, кинул. Guys. Nah, he's gone. Shit. Все вроде бы разобрались. Так, с первым актом вроде разобрались. Get ready, boys. He's coming. Okay, you limp dick faggots. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move it!
him a new asshole. Проволочка. Сейчас тут, наверное, развернется. Не, не развернется. Так, мужик, ты уж, блин, определись. Теперь его голову можно использовать как отвлекающий предмет. Вместо там. Теперь на жопе голова красуется, блядь. Сюда. I'm sick of this crap! Не знаю, ну и жестокости и жестокость, наверное, поэтому и запретили. Хотя Постел, по-моему, вполне себе можно
Come on out and show Апостол, yourself. Апостол, мне кажется, даже поболее жестче, чем... Хоть и с юмором, но... Все-таки насилие там более яркое, чем в этой игре. He's hiding around here. Shitting himself. You're stacking those corpses up like it was Judgment Day. Не, женщин тут вообще нет. Что, в принципе, тоже вносит свою... в игру, блять, меня раздражает то, что иногда мышка вылазит за пределы окна. Свою лепту, так сказать, в то, что и... игра зря, в принципе, запрещена для стрима на Твиче. Ты же не женщина, детей убиваешь. Так. Тут что-то валяется. А, так, ладно, видимо, тут вообще не вариант пройти. Так, он, по-моему, он в той будке сидит. Это сволочонок. Блин, дверь поганая. Так, меня интересует одно. Сколь часто он поворачивается? Поворачивается ли? Видимо, нет. Так, надо еще одну. Впереди вроде никого нет. Не знаю даже, как его можно было такого жрабаса биты задушить. У него там шея толще, чем бита, блин. Так. Hey guys, I reckon he's around here someplace. This boy's a disgrace. He got what he deserved. Так, он тут один. Хочешь голову своего друга? Giving yourself away, you dumb animal! Hot damn! I gotta quit smoking. Теперь осталось только найти ножичек. Можно дальше продвигаться. Не уверен, что тут еще кто-то остался. Очень побежал.
Что мы тут имеем? Ну, здоровье и все, что ли? Бедные. Да спустись, твою мать, не хочу я лезть. Сейчас за серия, по-моему, будет. Да, он, по-моему, там в толчке сидит. Наяривает. Ух ты. Он что там, уже среагировал, что ли? Здорово, Джо. Эй, это я, твой папа. Так, ну вот, вроде бы обосрался, выпил. Шлепки до сих пор идут, лол. Забавно. Надо вспомнить, зачем мне, молоток. Вот, может пригодиться, ладно, там все-таки стрелять можно. Да. Призрак уже наяривает. Этот шлепок будет, блядь. На фоне того, что он завалил в сортире. Интересно, у Путина та же фигня была, когда он предлагал мочить в сортиры. Thank you.
патрончики. Топах вообще либо Гилтан, либо что там, по-моему, еще на этом до хера просмотров на Супер Киборге. Гилтане там на первой серии там за 100 уже просмотров зашло. Кого там Борн подписался? Этого все-таки успел доказать. О, да у него еще пистолет, да? Ну давай, иди сюда. Хули. Ха, засал. Ну ладно, мне не в подвал. Сейчас с фланга сейчас зайду и все. Там будет тусоваться. Не очень он ко мне спешит идти. Придется самому к нему идти. Так, он там не один, кстати. Я думаю, это тот, который ворот пасет. Побежали дружно. This week you're gonna massacre the whole gang. I love. Так вот. These skins are.
orders for their inadequacies. Butcher them, Cash. Cut them up. Beat them down and choke the fucking life out of them. Душонка. Supper. Прям между ними был. Снайки просто нервно курят. He's cold. Oh, I guess there ain't no real point in being quiet. He knows we're here, right? Арт-ветер пришел, начал убивать. Все нормально. Вдул ему, он умер, блин. Так, ну теперь они Шерлок Холмс там, что ли? You know what I'm gonna do to you, boy? Do ya? Метод фуньякции. Кипякция. Так. Они боятся в эту хрень. Ой, блядь, все-таки оси. Да? Ай, тох не захват от тебя. Я, блядь, вооружен. Насколько помню, надо будет ёбаный канистр таскать, не очень приятное занятие. Так. О, я. Художественный фильм «Кабельщик». О, да, я. This shit seems content to watch porn and avoid all the action if he can switch it off himself. Блять, пиздец. Будешь вырубать эту хуйню. Он порно хочет выключать, блять. Понятно. Все, отключили за них план. Она в натуре, блядь, сейчас теперь будет. Да, блядь, нахуй выйду, пожалуй. Блядь, я не выдержу, нахуй эту хуйню весь уровень. Уровень не короткий довольно. Так, погоди. Белый мусор. These skins are boring me, dumbass supremacist bastards, always blaming others for their inadequacies. Butcher them, Cash! Да, ебля, да, beat them down and choke the fucking life out of them. Телек на батарейках.
наносной, как киноман какой-то. Так. Че, он подойдет, блин? Надеюсь, звук больше так не зашторит, блин. Хотя, возможно, придется это слушать весь уровень. And he's just plumb yelling. He's only good for the roses now. Подсказывает, что все равно зашторит. Блять, это будет пиздец. Придется звук вырубать нахуй. О, я. О, я, да, блядь, весь уровень. О, да, сука, я. Блять, сука. Shit seems content to watch porn and avoid all the action. If he won't switch it off himself, we'll have to do it for him. Кратковетражка, блять. Все, блядь, придется слушать все я, блядь. Под эту музыку, блядь, будет угарно убивать, блядь. Какой-то немец, блядь, подойдет из порнофильма, сбитый сзади. Вот так. Я пришел подчинить ваш кабель. О, да, сызгут, да. А, у меня есть идея, как это исправить. Есть, да. Там даже и пифан. Зеленый слоник Вайсити, что ли? Так, мне надо найти какого-нибудь, блядь, маньяка, вот. Эй, убей меня, давай. Я сопротивляюсь. Давай, удастся, туда, бей еще. Где я, натюрлик? Так, сейчас все будет по плану, то да. Звук, блядь, пропадет наконец-то. Ура! Порнуха кончилась. Да, избили под оргазм. Он аж кончил, когда меня добил. Забавно было.
It's like trying to find a monkey in a whorehouse. Так, ты меня не поли. Меня увидел, но, блядь, это было последнее, что он увидел. Так. Ха. Иди сюда, мужик. Какого моди иметь? I can smell your tainted blood like rotten eggs. This is bullshit. Come out and fight, you inbred monkey. Мода на Vice City с Епифанцем. Это странно, он то выезжает, то не выезжает. Sign of the skunk. Застрял в ебаной банке. Иди сюда. Сюда подошел.
Ну да, такая тут вот система. Даже казалось бы, что свет бьет в эту тень, все равно не видно. Поймали со спизженным бензином прямо у входа. Забыл, где он тут проносил. Так, сейчас опять будешь завязывать, куда и не надо. Как сюда залезть? Патроны от этого рыба. Гвозди. Так, ладно, сперва проведу разведку, как туда дойти. А то я буду с этой канистрой 2 года ходить. А, вот сюда, да. Отъебись от меня, лысый спидер. Давай у меня, блядь, ствол, чё ты мне делаешь? Здоровится, лежит, отлично. Далеко-то. Жалко, он быстрее эту хрень носить не может.
If I don't get my hands on this freak soon, I'm gonna take it out on someone else! С ними разбираться, без всяких там... убийств там подобное. Так с них... Целоваться, что ли? Ой, ёба. Блять, на помощь. Всё, я не видел. Oh, no. Вот я встаю, прям не видим. I know you're here. I can smell the filthy mess in your pants. Gonna scalp your mom and your daddy too. This is some of the best snuff I've seen. Hey, Skins! The faggot's over here someplace! Asshole should have tried harder. Вот ты нет скинов. Надо будет сразу убрать холодильник и съебывать оттуда, кто там
вдвоем, оба с гвоздеметами. Окей. Теперь можно с чистой совестью проходить. По-моему, тут еще путь тот. Вот отсюда выскочит. Ну, точно. Ой, бля, иди-ка ты нахер. Представьте, сколько бы пришлось эту порнуху слушать. Уровень, блядь, не короткий ни разу. Ой. Самое.
палево. Ай, блядь, друг другу уебали. Да, банк с майонезом обезболивающий. Блин, тут еще. Попробуем, блядь, шум не сдай. Сволочь такая. Так, хорошо, что тут затемнение. Один, что ли? Короче, он тебе. Порно-бизнес. Так, все, я не при делах, иди нахуй. Все, представил Джеймсом Бондом. Куда ты мотанул? Так, там сколько? Один, по-моему.
что, его родил, что ли? Зови меня. Так, а где еще один? А, еще один где-то там внизу. Ну и хуй с ним, как говорится. Нас не интересует. Ladies and gentlemen, I give you... Так, ну чё, я 10 минут у меня поехавшими военными сражаться. Fall in and listen up, Eddie. It's time to get out there and nail that bastard. War dogs? Yeah! Call themselves the War Dogs. Real dickless, gung-ho losers. You're gonna have to tool up if you're gonna make it. Take it slow and see what you can take from these guys. No harm in checking. Не кипишуй. Мачете убивает. Иди, познакомься с ним. God damn it, KIA. Видимо, ему не интересно вообще ни хера. Я тоже так думаю. Я уже тут обстучался, а он... Не, дальше я не пойду, ну нахуй, блядь. Типа его там нет. Все приходится делать самому, блядь. Ну да, тут голову можно использовать как отвлекающее оружие.
швырять в них там и так далее. Так, прошел. War dogs! Shit! Nothing we can do for them. Just stay focused. Incoming! Wait, нет, ты меня победишь, наверное. Я бы даже сказал, что они дубовее, чем в ДС. Три удара, блин, и пауза, за которые тебе могут накидать немало. Так, майонез наш. There are some doors over the other side of this location that will get your sorry hide out of here. More PT. Surprise package for me. My side's so deep. Yeah, like the bag of bags. He ain't losing me. There he goes. Into the shed. There he goes. Mario! Hang in there. Так, успокоился. Один, правда, в стену успокоился. My old lady.
She gets real turned on by all this shit. Makes her hot and bussy. We got movement! Hey, get off of me! Чего ж вы гандоны? Trying to lose me in there? Да пошел ты, черт. There he is! My face will fill you up. Как-то разделять, блин. Слишком внимательно. За эту дверь все равно очкует заходить. Нашли. Лешие мы. Блять, он же спереди. Какого хуя? Ха-ха. What is this? A frickin' health club? Coming through!
Так, и вот в той пещере, где он сидел, и валяется лом. Ну да. Ай, блядь. Пошевели жопу немножко. Время нужно исходить. Я охуел. Приближаться. Somebody tag that bastard before he runs us all into the ground. Отлично.
Долбоёбы. Little rat. You, don't move a muscle. It's okay. I got my eye. Так, усыпил сучонка. Honestly, Cash, by killing these guys, you're doing them a favor. Достаточно жестко, поэтому не 5. Так. Hold up, Cash. You and your family weren't exactly close, am I right? It's just that I thought it would be nice to have a surprise reunion. But these war dogs didn't see it my way, and they've taken matters into their own hands. They're using them as bait, Cash. Bait! I know! I know! I can hardly believe it myself. Each time they spot you, these war dogs are going to execute one of your beloved family. Ну, как-то так. Ладно, народ, на этом я закончу. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи и всем пока.